hour never comes in the night. You can sleep with the gun when you gotta wake up. Всем доброго времени суток, на очереди уже третья серия Dino Crisis 2. Мы продолжаем путешествовать в мезозойской эре, в мезозойской эпохе, так сказать. В прошлой серии Дилана занесло в ловушку, и мы сейчас должны его оттуда вытащить за Регину. Да, Пашендич, твое желание выполнено. Звук больше не отстает от изображения. Я записываю чисто через камеру телефона свое лицо. Итак, получается, у меня звук немножко отстает в самой игре. Но у зрителей это заметно не будет. У меня звук отстает, потому что я записываю звук игры через беспроводные наушники. Там через Bluetooth отстает звук у меня. У зрителей, у вас отставать не должно. Все должно быть хорошо. Короче, мы идем в эту комнату. Здесь как раз нужен шокер Регины, блять. Мы его используем. И двигаемся дальше. Я буду проходить сейчас как можно быстрее. Не стоять на одном месте по полчаса, как это было в первых двух сериях. Все, проходим, все быстро делаем. Все быстро обследуем. Вот у нас какая-то первая головоломка появилась. Кстати, знакомая головоломка, я ее помню. Можно убрать из системы. В смысле? Это система, которая управляет ключ-платами. Только один ключ можно убрать из системы. Так, давайте посмотрим. Может, у нас сейчас что есть? Не то. Блять. Да уйди ты с... Куда нажимать-то надо? Пипец, я уж забыл. А, вот, все, нашел. Так, вещи, ключи. Ключ платы исследовательского центра. Вот, вставляем. Ну и что? Системную кнопку. Кнопку какого цвета ты нажмешь? А, я, кажется, понял, народ. Нужна, получается, синяя кнопка. По-моему, если я не ошибаюсь. По-моему, это нужна. Ладно. Синего цвета, блядь. Короче, идем дальше. Не будем стоять на месте. Вот. Ага. Тут еще какой-то файл. Это уведомление о том, что все ключи строения будут управляться из этой комнаты. Цвета терминала замка соответствуют цветам конкретного ключа. Совпадение цветов ключей и терминалов будет вызывать срабатывание замка охраны. В целях безопасности за один раз можно брать один ключ. Электронная информация ключей перезаписывается еженедельно. Поэтому всегда возвращайте ключ в контрольную систему после использования. Это подсказка. Какая-то подсказка по поводу того, как правильно использовать эти ключ-платы, блядь. Короче, идем дальше. И, собственно, этим ключом мы должны открыть комнату с Диланом. Где Дилан застрял. А если и не этим, то, блядь, будем каждый ключ перебирать. Перебирать каждый ключ. И рано или поздно найдем тот, которому мы выпустим Дилана. Вот. Но это я, скорее всего, перемотаю, чтобы ваше время не занимать. Вот, я это перемотаю, если это будет так. А то это очень много времени займет.
Что? О, нет! Нет, блядь! О, все, отлично. Был капец какой-то. Все. Вот, видите, даже плата синего цвета, вот это вот. Давайте, панель управления. А, вот, смотрите, подсказка. Это панель управления с защитными стенами, ставнями. На предупреждение зажигается синий свет. Вот подсказка, блядь. Вот она, подсказка, нахуй. Не суть. Берем, значит, мы с вами карточку, ключ к плату. И освобождаем Дилана. Эй, что тебя так задержало? Рада тебя видеть. За тобой должок. Я нашла женщину, которая спаслась. Она не захотела идти на контакт. Я заперла ее в рубке управления. Я возьму ее на корабль. Ты иди вперед. Там встретимся. Регина вернулась на патрульный корабль с девчонкой. Кубрик каюта. Постарайся расслабиться. Что с тобой? Тебе удалось выжить, так? Пожалуйста, мы здесь, чтобы помочь. Как тебя зовут? Где остальные? Где твоя семья? Регина, пойди-ка, посмотри на это. Кто здесь все разгромил? Это не динозавры. Кто-то проник сюда и уничтожил все компьютеры. Активатор портала тоже сломан. Мы не сможем вернуться в наше время. Должно быть, это те люди в шлемах. Они повредили систему запуска двигателя. Мы не можем воспользоваться кораблем. Хорошо. Нам нужно найти что-то в этом мире, что вернуло бы нас в наше время. И еще надо починить корабль. Эй! Надо надеть на девчонку наручники, а то она убежит. Есть еще здание, которое мы еще не осмотрели. Займись этим. Хорошо. И тут вновь управление переходит за Дилана. Успокойся, я здесь, чтобы помочь. Успокойся. Послушай, я должен быть уверен, что ты не сбежишь. Доверься мне. Эй. Что ты делаешь? Перестань. В чем дело? Да, когда перед этой малышкой появился Дилан, она как будто что-то родное, блядь, в нем почувствовала. Вы представляете? Это прямо, это пиздец, как прикольно, народ. Это прямо офигительно. Короче, значит, не будем долго разглагольствовать. Значит, мы спасли Дилана, и тут Дилан обнаружил комнату, в которой все разгромлено, разрушено. И там был какой-то портал, нахуй. И надо понять, что это за портал. Все, тут у нас комната сохранения. Вот, эта девочка была с нами более-менее не такая строгая. В общем, давайте сохраняться и передвигаемся дальше. Мы играем снова за Дилана, а это что значит? Что правильно, будет попроще, потому что у Дилана лучшее оружие. Так, давайте глянем. Оружие основное. У нас нормально, у нас все у нас хорошо. У нас еще и огнемет есть. Так, как назад? Вот назад. Дополнительное оружие. Нет, не надо. Вещи. Что у нас из аптечек? Нормально, сойдет. Сохраняемся просто и идем дальше. Запись. Отлично. Блин, я очень, народ, надеюсь, что меня будет хорошо видно, потому что потом я тогда не смогу перепройти, потому что я сохранился в тот же слот. Итак, значит, все, идем дальше. У нас есть две двери. Вот эта дверь и еще одна. Давайте сюда пойдем. Каюта. Это комната как раз, в которой все разрушили. Давайте вот у Регины спросим, что делать дальше. Еще остались места, где мы не были. Иди на поиски выживших. И еще нам нужна та батарея.
Да, нам нужно найти выживших для того, чтобы получить как можно большую силу, так скажем, и поддержку. И как раз найти батареи, чтобы возобновить портал, который вернет нас обратно из мезозоя, блядь, ну, в наш мир. Все. Удилана Драбадан. И теперь не так все страшно. Ну тут нету динозавров, потому что это просто палуба. Это не страшно. Динозавры появятся, когда мы залезем наверх. Такой танк стоит, блин. Как будто текстура какая-то. А это, собственно, и есть текстура. Ой-ой-ой. Сюда мы не попадем. Это для... ну, это для Регины. Мы, народ, те, кто играл в Resident Evil Zero, те знают, что можно Блядь! Что можно переключаться между, получается, Ребеккой и Билли. Ребекка и Билли — это два главных героя. Можно когда угодно между ними переключаться. Там, ну, за исключением некоторых моментов. А тут игра сама дает время, то есть дает возможности управления, когда за Диланом, когда за Региной. В зависимости от ситуации в игре, блядь. Да... Давай. Отлично, режим анимации. Это Аллозавр, я просто не знаю, я боюсь на него проебать все оружие, и тогда мне ничего не останется. Лучше не рисковать. А просто съебаться от него. Далеко и надолго. Вот. Буду материться, потому что мне так проще говорить, я не хочу. Ай, мы вышли. Ай! Мы вышли, получается. Ай! Блядь! Нас! А куда идти дальше-то? А, точно не сюда. Обратно. Блядь! Быстрее бежим дальше. Куда ты целишься, блядь, идиот? Придурок. В кого ты целишься? Ты не видишь сверху динозавр? Он будет, блядь... С ним динозавр стоит напротив него, блядь. Он будет туда целиться куда-то. Ну что за логика тупая, блядь? Регенерация, аптечка Е. Все. Схуя ли ты целишься, блядь, в другого динозавра, когда у тебя справа, блядь, стоит, блядь, перед тобой динозавр, блядь. Тормоз. Ладно, все. Ты-то дебил! Целишься на того, кого надо. Блин. Сука. Бежим, блядь. Сука, блядь. Фу, я испугался. Капец какой-то. А, тут никого нету. А, нет, есть. А, они по верху бегут. Они сверху, они не снизу, они сверху. Это отлично. Это хорошо. На. Заколебал ты, блядь, подыхай. Что за хуйня? Блин, я думал, без урона пройду. Ага, конечно, блин. Так я и прошел без урона. Блин, ну что делает? А, достал! Ты что ж такое, а? Заколебали, блин. Аптечка С. Аптечка С. А что я использовал-то, блин? Гемостат, что ли? Ёб твою мать. Ну все, уже поздно, что уже делать? Осталось 100 патронов. Да! Ты долбоёб, кого ты целишься, блядь, индюк тупой! Дебил, блин. Так мы далеко не пройдем, блин. Так мы не пройдем далеко, блин, вообще никак. Если ты будешь так целиться, вообще... То есть целиться... Автоприцел нецелесообразный вообще какой-то, блин. У меня гемостат остался, блин.
А сейчас вниз будет целиться, блин, индюк. Вот куда ты, блин, вниз прицелился? Все. Двойное комбо. Ах ты скотина. Все, хоть 1000 очков заработали, и то плюс. Потому что это капец какой-то, они какие-то слишком сильные. Так, а собственно мы теперь, получается, с вами, народ, идем... сейчас скажу. А еще что вообще идем? Надо покупать. Надо что-то покупать. Восстанавливаем, значит, мы. Пушка. Ну, пока мы не покупаем. Пушка. Так, восстановление. Аптечки, блядь, ебашим. Потому что не, нету... Самое, аптечек нет нормальных. Вот, как-то так. Теперь магазин. Обойны. Отлично, бляха. Так, раз, раз. Раз. Теперь записываемся. Не к врачу. Все, идем дальше. Надеюсь, мы с вами выясним, что к чему. И что вообще-то как дальше будет. То есть, что это, кто это? Это девочка. Как портал восстановить обратно, собственно, как найти еще людей, которые нам помогут как-нибудь. Давай, спрыгивай. Так можно в бесконечности, блин, бежать. Ну спрыгивай, давай. Чё ты встал? Как не родной. Давайте вернемся. Тут нам сейчас очки дадут. За то, что мы без урона прошли. Как раз сохранимся еще. Сразу еще разочек. Да, у меня звук немножко отстает. Так, беспроводные наушники очень удобные. Тоже беспроводные. Но звук в них отстает, это факт. Это факт. То есть в них только музыку слушают. Нет, тут только так можно реально убивать до бесконечности. Прям реально бесконечно надо убивать. Вот я сказал. Я сказал, что до бесконечности надо убивать. Не-не-не-не-не, все, идите нафиг. Так вас можно убивать, убивать, убивать. У меня времени столько нет. Вот чем плюс дробовик Дилана, то что он отталкивает несколько врагов. Спокойно отталкивает. Вот, можно уворачивать. Я забываю, Пашенич, прости меня, что можно уворачиваться. Прям забываю. Блин. Угу, не сможешь ты меня потревожить. Тут были эти растения, которые выпускали эти газы ядовитые. Тут динозавров не было. Как только мы эти растения истребили, то сразу все появились, блядь, все подряд. Это, блин, несправедливо. Это нечестно. А, там противогаз нужен, точно. Нужен противогаз.
Пока, дружище. Ну вот, 2430 нормально, тоже неплохо, почему нет? Блин. Так, эта дверь ведет. Я не помню, куда эта дверь, в принципе, ведет. Блин, да без урона прошли. Мы же без урона, по-моему, проходили. А, эта дверь, это самая. К Алазавру. Кстати, Алазавра можно убить с электропушки, если я не ошибаюсь. Можно электропушку купить. Но у нас на нее пока нету денег. Электропушку покупать. Да, это та самая комната. Собственно, мы тут за Регину путешествуем. Теперь можем это делать за Дилана, блядь. Да запрыгивай ты уже, блядь. Тут есть сейф, кстати. У нас осталось 18 патронов. Зато без урона, сам факт. Можно набивать с вами. Уже 15 тысяч у нас есть. Отлично. Мы должны дойти до сейв-рума. Блин, у меня уже патронов почти нет. Мне почти патронов нету. Вот опять ты долбоёб, блядь, ебаный! Дебил, блядь! Ты долбоёб, объясни мне, хули ты прицеливаешься в того динозавра, который снизу стоит, когда у тебя, блядь, наверху динозавр, блядь, стоит, блядь, индюк, блядь, долбоёб. Дебил, блядь. Идиот, блядь, надо. До свидания, блядь, и заново перепроходить всю игру. Спасибо, блядь, дебил. Итак, непосредственно я перепрошел. На самом деле мы не так далеко сохранялись. Но, блин, довольно все равно далеко. Неохота, знаешь, и так перепроходить постоянно, блин. У нас, кстати, сейчас осталось 76 от дробовика снарядов. Это прям радует. Это уже намного больше, чем 18. Поэтому идем дальше. Мне просто бесит эта вот хуйня, когда он, блин, он нецелесообразный автоприцел. Вот нецелесообразный. Это так бесит. Он правда бесит. Вот этот вот внизу целится динозавр. Нахер. Вот это вот, оно мне надо, вот это вот. Все. Да! Заходи, без урона прошли, мы топчик, бля. Все. Тут еще у нас сохранение, слава богу, наконец-то. То врезать, хуеза. Короче, бесит. Нам по-любому с вами в эту комнату нужно как-то пробраться. Вот. Или что-то здесь по-любому нужно с вами сделать. Но сначала давайте пополним картриджи, хуятриджи, сохранимся. Так, магазин. Обойма. Так. В принципе, с аптечками у нас пока вроде бы все нормально. Ну, пока нормально, в принципе. Если что, может, что еще найдем. Я вообще хотел бы на самом деле купить вот эту вот пушку купить. Она реально мощная, но насколько мне известно. Когда я последний раз играл в Динокризис, это было очень давно. Но я помню, что вроде бы это очень мощное, прикольное оружие. Им можно как раз таки убить, наверное, этого алазавра синего. Его, по-моему, из дробовика можно убить, но это будет очень долго. Нужно большую обойму. Короче, хер с ним. Значит, давайте обратно возвращаться. Пока что мы не купим. У нас только половина. Половина, в принципе, только. От денег, которые нужны. Там нужно 36 тысяч, у нас всего, по-моему, 13. Так что вот так вот.
что у нас тут есть еще? А тут больше, собственно, ничего нет. Просто комната для сохранения. Ой, блин, сейчас динозавры будут. Ой, ай. Ну, забила на... А, вот комната. Вот комната, ее можно порезать. Вот она, комната. Мы ее открыли. Мы прошли без урона, нам не дали почему-то, без... не дали нам очков дополнительно. То есть без урона прошли. В чем прикол-то? Интересная комната, интересные какие-то локации. Прикольно. Блин, вот как было бы офигительно, если бы ремейк сделали Динокризиса. Хотя бы даже первого. Блять! В чем прикол-то? Что они творят? Этой херней, но они заражают, наверное, что они делают? Что это за динозавры такие, блин? Все, до свидания, блин. Я заколебался уже. Пошел нафиг. Что делать? Маленькие, проворные, блин, дурачки. А, у нас есть. У нас же есть ключ-карта исследовательского центра. Вот. Иди нафиг. Мандюк, ой. Я как бы сказал, Димыч... нет, это не Димыч говорил. Это говорил Степан ГТ. Не суть. Короче, тут еще одна темная комната. Непонятно, что тут мы вообще обнаружим, найдем. Сейчас наша главная задача это найти, короче, по-моему, ну, специальную батарею, чтобы возобновить работоспособность телепортатор того. В общем, такие дела. Давайте разобьем эту дверь, чтобы войти. Это плющом она заросла. Как раз для Дилана самое то. Что же нас, блядь, будет тут ждать? Интересно. А, я так и знал, что будет нас ждать здесь сохранение, но музыки сохранения нет. Тут сразу же мгновенно видим какой-то, блядь, файл. Давайте прочтем. Блок исследователя. 25 марта. За последнее время многие сообщали о пропаже имущества, особенно небольших предметов вроде зеркал и наручных часов. Буквально на днях та же участь постигла мою зажигалку. Ходят слухи, что это проделки небольшого динозавра. У него очень странное название – компи. Вот, собственно, вот этот динозавр на нас сейчас, скорее всего, и нападал. То есть нападали. Маленькие проворные ублюдки. Вот они, даже на камеру есть. Сегодня я услышал интересную историю. Вороны и другие птицы обычно собирают блестящие предметы. Похоже на то, что эти компи могут вести себя схоже. Сейчас вспоминается, что все пропавшие предметы были блестящими. Кажется, что у них много схожего с обычными птицами. Возможно, они являются их предками. Нам пока еще не удалось поймать ни одного из них, поскольку они быстро передвигаются. Но если мы понаблюдаем за их поведением, то возможно поймать. С помощью клетки для лабораторных животных нам наконец удалось поймать одного из них. Мы использовали браслет Алана как приманку и схватили динозавра. Нужно было блокировать все пути для побега. Если есть хоть большой путь отхода, они не войдут в клетку. Наш план — использовать клетку, чтобы избавиться от них как можно быстрее. Хищники, питающиеся ими, начали появляться поблизости. Компи, что за ерунда? Осталось еще 2 недели для того, как персонал переберется в Эдвард-Сити. До этого момента мы должны сделать все для защиты строения от динозавров. Короче, вот в этой записке, получается, жалуются все на этих компи, этих динозавриков. Вот. И они очень проворные, и тут написано, что можно их поймать с помощью клеток. Мы должны, собственно, это и использовать, блять, чтобы их в будущем, если понадобится, поймать. Вот клетка. Это терминал для открытия и закрытия и вентиляции. Будете работать с терминалом? Да без проблем. А, вот. Да. Давайте закроем. Вдруг там эти компи забегут. Кто их знает? Ага, вот еще что-то есть. Какая-то
комната. Тут дофига просто вообще комнат, на самом деле. А, вот. Нужно загнать, походу, сюда. Клетка открыта. Откроем. Нужно этих компи сюда загнать, мне кажется. Давайте, открываем. Раз. Ну, что стал? Нормально. Все, мы исследователи, теперь бежим, собственно, дальше. Зал источника питания, блядь. А, вот еще записка. Да, блин, путаюсь. Дневник. Запись исследований. Восстановление врат времени кажется невозможным из-за ограниченности средств, доступных в этом мире. Сегодня должен был состояться последний удачный эксперимент, но нехватка инструментов не дала нам возможности провести его. Неделю назад транспортная команда лейтенанта Вульфа должна была доставить нам инструментарий для эксперимента, но они не прибыли. Судя по всему, что-то случилось на военном заводе. Нам пока не удалось установить с ними хоть какую-нибудь связь. Если мы все еще намереваемся провести эксперимент, нужно попасть в ракетную шахту на другой стороне подвесного моста, который был уничтожен во время недавнего боя. Вот тот самый мост, где я сказал, то, что мне нахер знать, что там случилось, мне пройти надо. Вот нам надо, как, может быть, как-то восстановить, надо что-то сделать. Вот в этой записке сказано об этом. Остался лишь один путь на ту сторону через смертельную ядовитую зону. Слишком опасно даже приближаться к ней. Да, та самая ядовитая зона, где нужно одевать противогаз, где мы хотели спуститься, но там ядовитая было написано. Собственно, вот этот мост. Да-да-да, тот самый мост, где, в который нам нужно, ну, пробраться, который разрушен. Да, вот, собственно, такие вот дела, блядь. Давайте исследуем, что здесь у нас есть. Может, тут тоже что-то интересное. Какие-то вообще яйца. Динозавр здесь гнездо. Лучше его не трогать. Может быть, из этих яиц и родились эти помпи, хуёмпи и все прочее. Так. Опять клетка. Сейчас, мне кажется, они нам покоя не дадут. Компи. Тут всяких вьюнцов, вьющихся растений. А, мы просто оббежали с другой стороны. Блин, точно. Капец. Давайте сюда забежим. Электроникой. А, блин, тут нужно зарегину. Компуса исследований. Карта ключ нужна. Давайте используем карту ключ. Что делать-то? Вещи. Ключ-карта. Вот. Эй! Это мое! Сука! Верни обратно, блядь, долбоёб! Ты охуел? Обратно возвращай карточку! Скотина! Скотина! Верни ее мне обратно, блядь, отдай! Отдай, блядь, дебил! Это моя карточка, долбоёб. Отдай быстро, блядь, быстро отдай, скотина. Я тебе сказал, быстро мне отдай карточку. Вот он светится, вот, нам сюда надо. Блин, он убегает. Все, он убежал. Давайте, закроем. А, нельзя ничего с этой стороны сделать. Ой, значит, с этой стороны мы будем закрывать. Короче, как я понимаю, мы должны, блядь, заманить его, получается, в ту клетку. И закрыть проходы, чтобы он обратно не вернулся. Вот, скорее всего. Без вариантов. А он убежал. Ну да. Скотина, а? Вот скотина ж какая. А, давайте закроем эту клетку. Так, и попробуем загнать его в ту клетку, которая вот была здесь. А где он вообще есть сам? Так, давайте вот эту клетку тоже закроем. А то он сюда убежит. И все, и пиздец. А надо догонять его снова, плюс очень, очень долго. Я его звуки слышу, а самого его не видно. Так, 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 так. Тут мы уже все закрыли. А, все, бежать некуда, да? Некуда бежать, да? Все, скотина. Пошел отсюда, блин, да? Стоять! Работает ОМОН, нахуй! Стоять!
О, все. Это было несложно. Это было несложно. А, вот и. То есть он туда забежал, дал, отдал нам карточку и еще отдал файл про себя. Нормальный. Умный динозаврик, умный. Милые губки. Комсогнаты. Длина 1 метр 200 сантиметров. Высота 0,5 метров. Общеизвестные как компи. Питаются преимущественно насекомыми. Миниатюрные динозавры обычно не являются угрозой для людей. Но когда они начали гнездиться в нашей лаборатории, это стало нам досаждать. Их глаза очень похожи на глаза птиц. Нам кажется, что когда они замечают маленькие блестящие металлические вещи, то стараются отнести их в свое гнездо. По этой причине у нас часто возникают огромные проблемы. Боевые записи. Записей практически нет, потому что они не приносят прямого вреда людям. Нам хотелось бы, чтобы они перестали наконец воровать у солдат мелкие предметы. Да, они, конечно, вреда людям не приносят. На Дилана вначале набросились, так что он чуть ХП у меня не отнялось. Капец. Конечно, они вреда не приносят. Прям так вообще это видно, прям заметно. Все, сохраняемся. Запись. Отлично. 45. Блин, я не знаю, по-моему, уже пора заканчивать, народ. Наверное, уже заканчивать. Ладно, давайте до следующего сохранения добежим, я же заканчиваю. Еще одно сохранение пройдем, и я думаю, уже можно заканчивать. Так, значит... Ах ты! Да, они реально вреда никакого не наносят. Прям вообще это прям видно. Так, а вот и ключ исследовательского центра. Все, идем дальше. Сразу вот так вот делаем. Когда заходите куда-то в резиденте вот в таком, с такой камерой, в Динокризисе, сразу нажимайте на автоприцел. Если он обернется, значит там кто-то есть. Потому что камеры, вот эти вот камеры, они сразу не позволяют нам заметить врага сразу. Это бесит. Вот еще какой-то файл. О неопознанном теле. Был доставлен еще один труп молодого человека. Как и ожидалось, он не проживал в Эдвард-Сити. Если это действительно правда, единственный возможный вывод, что он и те, кто с ним пришли из другого времени. Может это быть правдой? В эти последние месяцы нас атаковали юноши 17-18 лет. Попытки наладить связь с этими людьми успехом не увенчались. А, вот, да, вот эти вот люди, которые в нас стреляли этими тарелками или что это такое. И как раз таки та девушка, которая так странно отреагировала на Дилана, вот одна из них, походу. Сегодня планируем вытащить одно из тел из сохраняющей жидкости, а затем провести аутопсию. Результат аутопсии будет сообщен полковнику Майсону, который находится на заводе третьей энергии. Интересно. Вот, собственно, об этих людях чуть-чуть нам это рассказали. И у нас еще... ключ-плата. Батарея-стартер. Какая нахуй ключ-плата? Все, мы взяли с вами батарею-стартер. Теперь должен, по идее, сработать скрипт, как и во всех играх Capcom. Что-то ты взял важное, сразу срабатывает скрипт, набрасывается на тебя, блядь, целая куча врагов. И пиздец, и все, и гуляй, Вася. А тут пока никого нет. Давайте сохраняться еще. На, блядь. Сука! Да, они реально вреда никакого не наносят. Прям, это прям видно. Сука! Скотина, блин. Они прям вообще никакого вреда не наносят. Блять! Откуда тут? Это же сохранение, нахуй. Откуда тут взялись они? Чё за хуйня? Чё за бред? Пиздец какой-то, блин. Откуда они, блядь, взялись? Сука, иди нахуй отсюда, блин. Нас... Какой-то херней, блядь, плюются скоты. Блять, они резаются в сохранении. Чё за бред? Разработчик, ты что, дебил, блядь? Что ты творишь? Это место сохранения, тут комп стоит. Я тут расслабиться, блядь, должен, а не стрелять в кого-то.
Придется еще аптечки, блядь, покупать. Ну, спасибо, блин. Раз. Два. Три. Нормально. Так, давайте оружие. Магазин восстановим с вами. Обойму купим. За 450 очков. Ну, как в Resident Evil 4, 50. Давайте восстановим с вами. Огнемет. Тоже, чтобы было. А, вещи. Что-то еще есть, смотрите. Какая-то фигня продается. Мачете. Серебряная карта, нахер нам это надо. Все, короче, сохраняемся. Я на этом, думаю, заканчиваю. Потому что уже долго прохожу. Да сука! Идите нахуй, дайте мне серию закончить. Дай серию закончить, еблан. Скотина, а. Заколепали, блин. Все, сейчас я развернусь. И думаю, на этом, в принципе, можно серию заканчивать. Ну что же, это была довольно насыщенная третья, блядь, серия Динокризис 2. Мы здесь смогли за Регину спасти Дилана. Привели эту девчонку в странном, ну, шлеме, как из-под мотоцикла, как будто. Вот. Узнали, что комната с порталом разрушена, нам нужна ключ-плата. Вот мы, не ключ-плата, а это батарея нам нужна. Вот мы ее добыли, чтобы восстановить портал. Вход в портал и вернуться назад, блядь. Вот. Собственно, теперь мы, что будет дальше, мы уже узнаем в следующей серии, народ. Я с вами вместе узнаю. Спасибо за просмотр вам, народ. Спасибо тебе, Пашендич, пацанячек, за просмотр. Собственно, я всем желаю огромных успехов, огромной удачи. Всем пока!